Акрополе делать по Кират Арджуни. У нас есть один молодой человек, который занимается Кират Арджуни. Да? Да. Вот. Я как-то все время на нее зарился. И какие-то там иногда что-то баловался. Я помню, первое там что-то такое. Я как раз вот так зараженный парикком. Там что-то вот в самой первой строке что-то «Давай там анеба нейчара». «Улись или салас». Я не помню, блин, что я целиком из этого сделал. Да, мне вот нравились эти такие вот калькирования, ну, да. Насколько возможно. И в Куранах я, ну я так, это тоже там вот где у меня переводы из Куран были, я старался по возможности. Правда, Майю, по-моему, так и оставил Майи. Да. С. С. Отлично. Мы из слоника взяла? Как мы его нашли? Ага. У нас очень мало их осталось. Ну, пусть расходится. Закончится раньше, тем лучше. Понимаете, заканчивается? Да. А, вот оно, вот как раз этот, который... А вы вместе фотографировались втроем? Нет. Надо вас сфотографировать. Вам надо посередине встать как-то.